Знаешь, самое странное в образцах грунта – это отсутствие эволюционных связей между здешними микроорганизмами. Будто все они из разных экосистем. Друг от друга отличаются не меньше, чем от нас. Боже, да их можно целую жизнь исследовать. Все равно не продвинешься ни на шаг. Перестань тратить свое время на них. Это никак не поможет нам вернуться. Это никак не поможет выжить. Если мы отсюда не выберемся, будет все равно, насколько интересно это место. Никто о нем не узнает. Ты бы мог хотя бы пайки сосчитать или, не знаю, может... Может... Знаешь что? Я не права. Извини. Просто я устала, давно на ногах. Ничего. Понимаю. Тебе явно приходится не сладко. Обычно я милая, честно. Да ну. Сердце Пилигрима. Круто! Да, согласна. Он близко. Мы отсюда выберемся. Мы непременно выберемся. Нужно найти и сканировать все фрагменты. Наконец-то я здесь, в сердце Пилигрима. Ты видишь выживших? Нет, пока нет. Сейчас. Эй! Ребята, где вы? Грант, пакуй вещи и двигай сюда. Они могут захотеть отправиться поскорее.
Высокоточная винтовка. Полуавтоматическая высокоточная винтовка. Снайперское оружие повышенной мощности. Улучшенный прицел показывает наведение на врага. Боезапас винтовки 3 патрона. Сканировать все фрагменты. Если это шутка, я... Кто-нибудь! Наша станция. Это не смешно.
здесь есть кто-нибудь? Есть здесь кто-нибудь живой? Ау! Слышите? Восстановление данных завершено. Для просмотра доступны все файлы голограмм. Это последние. Хорошо. Воспроизведение. Эй, тебе надо поесть. Я работаю над штукой, которая нас выручит. Смотри. Искусственный фотосинтез. Эти крошки при помощи света будут вырабатывать белки, углеводы и кислород. Бесконечно. Бесконечно.